Наша компания называется «Истов сельхозхимия». Находится она в Луганской области, Старобельский район, село Светлое. В компании работает 52 человека. Выращиваем мы пшеницу, ячмень, овес, кукурузу, подсолнечник. Обрабатываем 3000 гектаров земли. В конце 2019 года мне стало известно о существовании программы Finance East, о поддержке предпринимательства на востоке Украины. Мы обратились в OTP-банк, куда предоставили необходимый пакет документов. Таким образом, мы попали в эту программу. Данную программу финансирует Евросоюз. За эти деньги мы приобрели комбайн, также купили культиватор и две жатки. И уже уборка 2020 года производилась этим комбайном. Данная техника улучшила производительность, качество уборки зерновых, подсолнечника. Меньше стало потерь, и условия работы для операторов, как мы их называем, уже не комбайнеры, ну, они соответствуют европейскому уровню. Стоимость приобретенной нами техники составляла 8 727 000 гривен. Необходимо было заплатить 20% первоначального взноса от всей суммы. Мы заплатили 12%, Finance East заплатил 8%. На остальную сумму у нас был оформлен договор лизинга с OTP-банком на 2 года. Процентная ставка составляла 14% годовых. Фонд развития предпринимательства компенсирует 41% от стоимости техники. Но мы могли бы получать большую сумму компенсации, если бы не участвовали в этих программах банки, которые львиную долю от этой компенсации оставляют себе. Вот в чем только минус. А все остальное плюс. Мы тогда зафиксировали доллар по одному курсу и перевели в гривну. А когда мы гасили этот кредит, мы только на разнице в курсе, сколько мы выиграли? 15 тысяч долларов. Данная программа необходима, и она очень полезна. Спасибо фонду, который помнит о том, что у производителей на востоке Украины существуют проблемы. Если есть возможность участвовать в данной программе, мы бы хотели в ней участвовать. Есть что приобретать, есть куда вкладывать деньги, есть что развивать, есть то, над чем работать.